Здорово. Погнали в War Thunder поиграем. Норм игра, короче, там реализм, типа самолеты, танки на одном поле, прикинь. Заходи, жду. Когда двигатель заглушен, вот этот вот нолик аккумулятор. Медленнее башня поворачивается. Да. О, бля. Нет, это тоже. Вон они, кстати, вон стоят, видишь, да? Тут те, кого попросил. Это Т-34. Собрали. Средний танк просто. Попали. Откуда? Ну ты издеваешься? О! Ты что, ты наш? Зацепили. Сейчас. Забор. Ну вот он. Да. Он смотрит на меня. Ой. Сохраню даже. Качал 2, 4. Что вы дальше? Я качал 2, 4. Я сбил самолет! Нужно создать большую страну и бахнуть там холодную войну. Вот. Так, подожди, а почему? Опа! Это я. Какой ты долбоёб, блядь, что ты сделал? Алло! Алло! Нахуя ты это сделал? Ой, блядь. Я думал, что я доеду, если там будет глубоко, я буду это видеть, и я уеду назад. А он взял... Попробуй, попробуй. Ещё и мне, блядь, советуют. Ты просто чуть-чуть касаешься. Я под башню, например, залетает, когда он дуло поднимает.
Если у него дульция опущена, то... Я прямо под башню убиваю. У меня не защита, почему? Ой, там стоит тиммейт, а я арту кинул на Б. Кайф. При том, что он захватывает точку. А что это за хуйня у меня? Танк. Ебать. А ты слышал, как Джеки Чан поет? Да. У меня аж песня его есть, которая это... Джеки Чан поет. Да-да-да. Джеки Чан поет, а что дальше? Том Круз бежит? Давай, давай, тяни! А что это за хуйня? А что это там, блин, через сквозь дома летает? Да, а что за хуйня? То есть это примитивные ужасы, когда там тихо, 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 и вдруг там выпрыгнул из-за стенки, все там от телевизора отпрыгнули, все в ужасе. Так, значит, это все двое съем, значит, тогда я... Тогда... Что мне тут было? Это все. Тогда я... Чипи-чипи-чипи-чипи-чипи. Просто я лежу, только себя думаю. Ой, о, все. Он. Да. Ой, тупим. Где аэродром? Я не верю. Ну, сколько раз попал, я его не сбил. Ой, сейчас пацан сам не сбил. Дома? Дома? А, я лечу пацан. Лечу пацан свой. По-моему, тебе... Да, звон. Вот это тварь, запомнил? Да. Это вот СТРВ. Какой же ты еблан, бля. Ты чего? Куда ты уехал? На тактическую позицию. Ясно, метки нет, уезжаю. Не стремно сломать клаву. Ой, блядь, как... Марика. Ой, блядь. Оп, все, я Т-34-940. Я тоже на 34 убил. Так подожди. Ты ж... О, у меня есть карточка с Дмитрием Полянин. Знаешь, кто это такой? Нет. Футболист. Охуеть. О, у меня есть карточка с Евгением Макеевым. Знаешь, кто это такой? Футболист. Да. Опа! Видал, что я натворил?
Работает, он бесполезен. О, а я смотри, куда выехал, здесь будет битва. Порнуха будет легендарной. Порнуха будет легендарной, да. Сейчас я его ебну. Нет, не ебну, не спрятался. Навесиком через эту штучку, как она называется, через вагончик. Почему меня пазик убежит? Посмотри, у них против коммунистический вот эти штуки. Ой, где все это?